Всем приветос, ребятушки. Здесь смотрите, как много народу. Я хочу просто даже именно от всех отойти. Я сейчас, как вы поняли, нахожусь на сходке Metal Family в Москве. Здесь реально огромная куча народу. И это, надо сказать, что все уже кончилось. Мы сейчас находимся в парке Царицына. И сейчас примерно 7 вечера. То есть, смотрите, вот это финал всей сходки. Уже мы собираем вещи. Надо было, конечно, не раньше записать, но реально было очень много народу. Каждый хотел со мной пообщаться, сфоткаться, чтобы я что-то наговорил. И я, конечно, с каждым вообще общался. Смотрите, это реально очень круто. Здесь ребята приехали из других городов. Скажите, откуда Нижний вы? Нижний Новгород. А как вообще сюда приехали? Вы смотрите, можно сразу интервью, да? Вы взрослый человек, как бы, да? И получается, что вы не сумасшедшая. То есть вы не говорите про Сталина, там, про СССР, про там Путина, про, там, не знаю, как же так? Как же вы вообще приехали с своими детьми на Metal Family? Это же несерьезно. Это самое серьезное произведение, которое я, в принципе, видела. А это приехали шикарно. С детьми? Да. Потому что я воспитываю детей на хорошем, качественном, добром творчестве. Вот так, то есть как сами видите, значит, получается, что бывают и такие родители, да, которые могут просто приехать со своими детьми на сходку. И так, а теперь еще пару слов, да, что вы скажете про эту сходку, как вам понравилось, что вам не понравилось? Ну, знаете, сходка огонь, конечно, очень много людей без масок. Ну, наверное, вскоре мы узнаем, кто именно без них ходил, судя по статьям в газетах. А так, не знаю, мне понравилось. Отлично, а мы идем дальше. Итак, смотрите, как вообще здесь все выглядит. То есть это просто лесопарк, да? То есть вот здесь такая огромная была поляна, мы ее всю заняли. Вот здесь, когда я уже как бы ухожу, да, сейчас вот здесь реально все было заполнено народом. Сейчас почти все разошлись, потому что уже вечер. А здесь, кстати, да, вы, наверное, может, хотите увидеть Алину, потому что создатели мультика тоже уже здесь, дают автографы, занимаются мерчем. И сейчас мы с вами посмотрим, как все выглядит, да? Так, вот здесь большая, как раз видите, вот эта очередь. Это все, кто рядом с Алиной. Алина с другой стороны, сейчас вам покажу. В основном, то есть вы видите, какие ребята, здесь в основном нет старых пердунов, в основном все молодые. Сколько вам лет? 12. А вы как вообще сюда приехали без родаков? Как вы отпустили? Вы сегодня окажетесь в телевизоре, и все про вас узнают. Ну, как вы здесь оказались? Приехали на метро и вообще не парятся, просто приехали на метро и все. Так, а сейчас мы с вами увидим Алину. Вот она, смотрите, какая она клевая и красивая. И уже скетчбуки. Видели, да? Вот она, подписывает скетчбуки. Кому-то дико повезло. Вот так вот угарно вообще люди отрываются в Москве. И вы можете сказать, что да, это только в Москве возможно такое счастье, а в нашем маленьком городе. А здесь, кстати, есть люди по Лдове. А вам сколько лет? Мне 16. Я думаю, постарше, но вы очень клево выглядите. Так, а что, как бы, смотрите, здесь в основном и дети тоже есть, совсем там 10 лет. А вам 16-летним каково здесь? Стоп, а тебе сколько? 10. Вот. Так. Мне 15, а ему 17. Мы тут... И как вы вообще нормально общаетесь, коммуницируете, такие все разные? Да. Вот так, дорогие мои, то есть с разных возрастов ребята просто приехали. Здесь, как видите, реально... Я из Барнаула. Да ладно. Я из Барнаула приехал. Вообще молодчина, то есть видите, что происходит? Стоп. Так, а тебе сколько лет? 11. Тебе? Сколько? 82. 10 лет, отлично. То есть вот видите, что происходит. И после этого вы скажете, что вы не можете в своем городе основать сходку Metal Family. Я вам вообще просто не поверю. Я вам не поверю. Вы можете это сделать, ребята. И у вас, ну, может быть, будет не так много народу. Но дело-то не в количестве, а дело просто в качестве и в настрое. И смотрите, какая здесь реально позитивная, классная атмосфера. И как здесь вообще все круто и здорово. Я очень рад, что здесь так все получилось. И я желаю вам всем самого-самого лучшего, хорошего настроения и вообще любви. Давайте, до скорых встреч. С вами был Роман Волков.